спать. Так, ну нам явно вниз. Пойдем. Кстати, штуку эту повесили слева. Ага. Получается, под контроль я его взять не смогу. Ее же здесь не было. В том месте, где ты собак электричеством гасил, там наоборот убрали. А, то есть теперь здесь наоборот открывает, видимо. До свидания. Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Что будет сейчас? Приедет? Ну точно. Ну, тут хоть не скучно вдвоем легли. Сейчас сломаю игру. Нет, не сломаю. А как его отсюда? Направо бежать. А, еще раз его заманивает, знаете. А он сейчас, наверное, снова к нам придет. Эй, смотри, камушек. Или пробочка. 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 Какая-то. Не, не ходит. Этого надо оставлять, видимо, здесь и заманивать его. Ну да. Сохраняться только. Нужно обязательно. Такой вылетает на тормозах. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. А, нажимай. Ага! О, этот за мной сразу вытирает. Ну, хозяйственный. Иди сюда. А он тебя не увидел. Ах, он не разглядел. Ха. Ай, гад! Сойдет. Ну да. Пошли. Ты чё, совсем? Пошли. Сколько я помню, нам сюда. Да. Это нам. Какой еще последний напиток? Что вы там придумали опять? Собаки. Ай, пойдем за мной. Побежали. Нет? Думаю, да. Ха, я думал, тьфу ты, скинешь. Ну ты, я тоже думал. Вообще, по идее... Паки? Это... Не пойму, а почему они отскакивают? Потому что надо рычаг нажать, чтобы они выскочили. А, вот это ты меня. А может зря? Хотя нет. Нет, зря. Не зря, я думаю. Так. Хотя, может быть, зря. Возможно, надо было вот эту штуку подорвать. А... Он упал. А вот этим пойти пострелять этим. Все-все-все, можешь не придумывать. Да. Побегут? Нет, смотри-ка. Такую тактику уже там рисует пальцем мне на телевизоре. А почему никто не выскочил? Я так собак ждала. О! Эй, ты! Там... Слышишь? Там, да, слышу. Поет. Стой. И не орать. Ага. А если сделать так? Черт. Подожди, а как нам успевать?
тебе его надо провести, наверное, а сам-то уж потом видно будет. Ну, капец. Ладно. Пойдем. Пошли мучиться. Там кто-то ходит внизу. Нагло. Оп. Ага, стой тут. Wait. Yep. Оп. А мне? А меня? А мне вниз. Железные нервы просто. Ага. Слушай, а я зря, наверное, да? А, нет, нормально. Отобрали бомбочки. Сволочи. Я вас ненавижу. Я же сохранился. Слава богу. Пусть он отвернется, а потом такой хоп. Или он тебя не видит. Может, он спать сейчас будет вообще? А, я не знаю. Не уверена. Я ну, даже не уверен. И ляжет. Да не, не хочет. Обманул, обманул. О, чуть пятка не наступил. Аккуратненько, аккуратненько. Оп, 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 оп. Как я хочу вас всех убить. Ага, ага. Не зря ты его сразу с собой сейчас. Я думаю, нет. Вон справа дым, кстати. Ну вот. А я жив, а я жив. Ну у тебя другая цель тут. Ладно, сейчас пройдет. А он слышит, когда лифт приезжает, видимо. Теперь надо успеть пройти туда, да? Ну да. У. Никого нет. Упс, никого нет. Ой, я плакаю. Опять. Я вообще, у меня вот уже слезы. Тут лужа такая прямо. А как мне ему сказать, стой здесь, если... Ага. Пусть он... Можешь просто постоять, он начнет... Ты чё такой тормоз-то? Не, ты если просто постоишь, он начнет там пол мыть или еще что-то, нет? Вообще, по-моему, нет. Ну ладно. Будут застрелены, а затем привлечены к суду. А ты иди посмотри, что там. А дальше как? А, тебе поверху надо идти. Вот сейчас вот так остановиться получается. А если ты еще раз нажмешь, что будет? Нажми еще раз. Ага, все понятно. То есть он не хочет за мной. Но мне его надо как-то убивать. Тебе надо быстро водить его по низу, а самому поверху идти. А как? Он же в него стрелять будет. Красться? В смысле красться? Но он же тут ходит. Это вообще реально? Ну, наверное, реально, ладно.
Привет, иди за мной. А я его остановить-то здесь не могу. Вот в чем проблема. Ты не успеешь, да, по идее? Я не успею. Быстро он возвращается-то. Ну да. А если ты его здесь оставишь, а сам забер... А, ты ему не можешь сказать «жди». Его убивает. Его надо оставить вот в этом дыме как-то, вот как. То есть его надо, чтобы он остановился, самому пройти, и потом позвать его. Ну да, по идее так. Тебе что-то показалось. Я-то думал его вообще убить. А попробуй пройди дальше. Может быть, там где-нибудь бомба есть, и его можно просто взорвать. Да, посмотрим. Да нет. Черт, сейф сработал. Опс. Но ау, ай, переплет. Я там под контроль могу взять одного. Чё это? Не понял. Хорошо. Не достает, да? О, есть. А, может быть, вправо надо было сходить-то? А это, по-моему, тот же прибежал, нет? А я не знаю, может быть, новый пришел. Эти же новые пришли. Слушай, ну сейчас посмотрим. Точно. Новые пришли. Эх. Хорошо. Йоу. Так, он там слева и справа. Наверное, наоборот, лучше оставить вот так. Мало тебе. Это не тут, тут при чем. Так, ну-ка, иди сюда. Йоу. Отомстил ему, гаду. Так. Так. А я могу вот это? О, я могу. Нет. Отлично. Не можешь? Не могу. Вот так отсюда могу. Можешь.
О. Новые придут? А... Слава богу, нет. Кончились совсем. Интересно, а слева там еще будут, нет? По идее, я все там уже на выход пришел. Вот внизу. Пошли. А, здесь? Здесь. Я уже забыл их. Аккуратно. Ага. Ты мне там не эйкай. Не учи ученого. Будешь меня там едой кормить всю жизнь. Напитки делать. Да. Все, вали. Ну, нормально. А, что нормально-то? Он нам откроет как раз. О, отлично. Фух. Я не, что-то я даже не уверен, что это конец на самом деле. Сейчас еще от каких-нибудь скрабов спасать. Там уже. Не? Ну, в лучшей десятке меня, конечно, нет. Все получается, короче, прошли. А мне интересно, он как? Отображается как один уровень и все это? Все-таки. Видимо. Ну-ка, сейчас посмотрим сразу. Ну да, побег альфа. Ох. 2 часа он меня занял, там народ проходит за полчаса. Ну это сколько попыток люди сделали? Не знаю, много. В общем, зубодробительная штучка, хардкор по полной программе называется. Ну да, разработчики постарались. Сказать нечего. Ну все, выдохни. Надеемся, вам понравилось. И оставайтесь с нами. Увидимся. Всем пока. Всем пока. Thank you.